Цветы женщинам-водителям. Такую акцию устроили инспекторы ГИБДД на одной из улиц Первоуральска. Автомобили, за рулем которых оказывались дамы, дорожно-патрульная служба останавливала. Но вместо штрафов и выговоров автолюбители получали букеты тюльпанов и календари. ГИБДД города Первоуральска поздравляет вас с наступающим праздником. Спасибо. Международным женским днем. Желает вам успехов и безопасных дорог. Спасибо огромное. Взмах жезлом и красноречивый жест «паркуйтесь». Стражи порядка смотрят строго, как будто останавливают правонарушителей. Прекрасные дамы сначала теряются, но при виде цветов облегченно выдыхают. Неожиданно, конечно, радостно, и хотелось бы всем женщинам пожелать того же самого, чтобы так приятно на дороге было. Первый раз в жизни такое вообще чудо. Нет, не ожидала. Поэтому день начинается с позитива. Акцию в канун 8 марта сотрудники ДПС проводят ежегодно. И первый раз ее курирует инспектор ГИБДД Олеся Токарева. Уже через полчаса девушка сама готовится принимать поздравления. На торжественном концерте в Первоуральском ОМВД Олеся получает первые в жизни офицерские погоны, звание младший лейтенант. И останавливаться на достигнутом не собирается. Через год будет лейтенант, через 2 года старший лейтенант. Так вот. Если позволяет должность, то звание будет выше, выше, выше. В должности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Олеся Токарева только полгода. До этого 8 лет трудилась во вневедомственной охране. Новую работу успела полюбить, как любят ее и почти 150 женщин, работающих в структуре МВД. Самых лучших из них награждают медалями, нагрудными знаками и знаком почета за верность службе или продолжение династии. Их ценят не только как сотрудниц, но и как женщин-хранительниц домашнего очага. Об этом юмористические стихи от главного полицейского города. Разбудила, разогрела, накормила, напоила, собралась, все уложила. Руководство Первоуральского ОМВД гордится, в отделе служит 12 многодетных мам. Среди женщин-полицейских – заслуженные поэтессы, вокалистки, легкоатлетки и пловчихи. Золотой фонд также составляют 7 подполковников, 36 майоров, 44 капитана, 23 лейтенанта и 14 сержантов. И все это – прекрасные дамы. Разведка донесла, шутит начальник ОМВД, что из них 42 голубоглазые, 43 кореглазые и 62 зеленоглазые. Праздничная эта встреча стала и для подростков, получающих паспорт. 4 девушкам, которым недавно исполнилось 14 лет, главный полицейский города вручает документы и букеты. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей.